Представьте, что США так и остались единственными обладателями ядерного оружия. Каким бы стал этот мир? Всего 60 лет назад одни люди могли уничтожить планету, а другие пытались им помешать. Как мы все-таки выжили? И кто те герои, благодаря которым мы живы? Наш рассказ композиционно разбит на три части. Создание ядерного оружия, гонка ядерных вооружений, программы сокращения ядерного потенциала планеты и развитие концепции мирного применения атома. Многообразие художественных приемов, графические эффекты, звуковое оформление, уникальная информация не позволят отвлечься от экранов ни на секунду. Человечество выжило в этой гонке со смертью, но обретет ли оно мир с такими аргументами? Всего три серии, чтобы сделать правильные выводы. Покажите этот фильм своему правительству.